Всем огромный привет. Мы дома. Отзанимались. Сегодня замечательная погода, просто превосходная. Еще даже прогулялись полчасика, потому что пока солнышко, надо ловить момент. Сразу песня в голове. Лови момент. Так смотрит, типа, я не знаю эту песню. Я знаю, что Настя у меня сегодня прямо этот подбешивает. Мне кажется, ей не нравится, когда у меня хорошее настроение. И она, как она там сказала, забирают мою негативную энергетику. Ты вообще поняла сама, что ты тогда сказала? Ты так сказала, негативную энергию. А, энергию. Ты сказала, они забирают мою негативную энергию. Сказала. Я еще даже у Кати переспросила, потому что я же твое видео не смотрела. Ляпнула. Ты сюда как что? Ляпнешь. И что? И ничего. Ничего. Такая злая она вообще, ребят, я не знаю. Что на нее находит? Честно. Как здрасте среди ночи. Ну а что? Подогреваем борщ. Там уже тоже писали, как можно борщ насыпать. Но у нас так говорят. Там даже вот Алла написала, она тоже из Харькова, и ну просто у нас так говорят, и все. Что вам так сильно слух это режет? У меня Люся сделала, это тоже говорила раньше. Насыпать. Ну вот Алла про это и написала, да. Что у нее тоже там кто-то да, из ну, родственников, я просто не помню. Сейчас уже не общаемся. Ты? Ну раньше мне все позвали. В гости? Вот. А что я хотела? Ну вот нормально, забываю. Что листочек распечатали? Да, это да. Я вообще в шоке. Надо заполнить. Евро 40. Евро 40 за один листик. Представляете? Нет, листик стоит 40 центов. А евро просто за то, что я сама отослала. Да, и человек знаю, просто что. Нажал на одну кнопочку. За представляете? Что? Так всегда в том. А везде? Везде тогда? Угу. За что? Вот, скажите. Хотя, не, подожди, нет, кстати, в другом киоске так не берут. Ну тогда я же поэтому спрашиваю, в другом 40 центов и все, а тут прилично. Евро 40 центов за листики, плюс дорого, евро да, за что? За какие-то налоги или что? Ну просто уже я не знаю. Дорого. Да. Настя говорит, пойдем купим муку. Опять хочет эти пирожки. Мне говорит, капуста пропадает, мне жалко капусту, жалко яблоки. Я говорю, куда уже пирожки? Ну ладно, Настя, Насте еще можно. Но мне уже как бы хватит есть пирожки. А, попробовала вчера тунец. Вечером очень захотела есть. Говорю, Настя, я открою этот тунец, хочу попробовать. Тунец, короче, вот этот, что с овощами. Из овощей там лук и горошек. Мне аж поплохело. Я открыла. Я молчала. Такой запах. Запах просто. Попробовала. М-м-м. Я поняла, что это я не могу есть. Но на любителя, может, кому-то это вкусно. Это сугубо лично мое мнение, субъективное, да, мое мнение. Ну, короче, выкинули, вот. Остался тунец вот этот фюрпаста, томаты, базиликум. Попробуем его, возможно, он будет нормальный. Не знаю, когда попробуем. Сейчас борщ. Либо есть замороженное тоже. Ну да, все, что осталось. Сейчас борщ будем есть. Не знаю, охватывает, ребята, опять такая ностальгия. Это я не то что ною, просто делюсь с вами. Ах, ну реально, просто ностальгия постоянная. Очень скучаем. Остави, потому что сегодня писали по дому, задание. По близким скучаем. Поэтому ну да. Очень хочется домой. И не надо писать, так едьте, не надо. Не знаю. Как раньше уже не будет. Да, время поменяло все. Так грустно от этого, честно. Поэтому учим усердно немецкий. Идем на работу, обязательно идем на работу. И вот как-то пока что так. Не знаю. Многие, конечно, хотят остаться.
приветики. Ну, я, видите, да, пришла и сразу я... пупырюшку. Что? Пупырюшку. Пупылюшка, Золушка? Да, Золушка. Превратилась сразу же. Пупылюшка, Золушка. Не знаю. Понимаете, я думаю, может, если бы наши родители были бы здесь, да, парни были бы здесь, тогда бы не было бы вот этого прям сильного желания домой. Вот. Ну и опять-таки, и все равно это, понимаете, когда ты сюда приезжаешь, как бы не было там страшно, это все твое родное. Просто все. И это такие эмоции непередаваемые, просто такое, ну знаете, просто даже воздух другой, вот такие вот ощущения, вот в каждой мелочи ты все замечаешь и просто счастье испытываешь от этого всего, просто счастье. Я очень часто вспоминаю нашу последнюю поездку, которая была, и ту тоже вспоминаю, ну то есть вообще эти все моменты, как мы в поезде ехали, это так все запоминается и греет душу, и в одно и то же время расстраивает, потому что неизвестно как, что, когда это все закончится, когда мы вернемся, вернемся ли. Я не знаю. Надо сковородку уже могу купить. Да, надо, кстати, сковородку купить. Две сковородки уже. Сковороду. Так будет правильно. Не знаю. Да и кастрюлю надо. Что тут только не надо. Надо все. Не, если я. Я вообще мечтаю. Ну как мечтаю? Не, Настя, когда мы пойдем работать. Оплачивать эту квартиру будет очень-очень просто, потому что реально вообще недорого, опять-таки, недорого по сравнению с другими квартирами даже в том же нашем городе. Я не говорю про другие города, тоже Дюссельдорф, Дортмунд, Дюйсбург. То есть здесь это конечно самый такой, ну, хороший вариант по оплате, то есть нам будет... не накладно, да, скажем так, вдвоем оплачивать. Скинулись, заплатили там за квартиру, Nebenkosten, да, все эти платежки. Wi-Fi у нас нет и не будет. Хотя, ну, если, конечно же, будем прям надолго еще оставаться, то Wi-Fi желательно провести, потому что очень-очень медленно загружает мобильный интернет ролики на YouTube. Очень медленно, и я всегда ставлю качество низкое, 720 и 25 кадров в секунду, а хотелось бы 1080 и 60 кадров в секунду, это как минимум. А вообще в идеале 4К 30 кадров в секунду, да, чтобы вам было удобно настраивать, потому что не у всех же прям хороший интернет сильно тянет. Вот, поэтому я считаю, что это нормальный вариант. Ну, все равно, здесь как-то нет ощущения такого, знаете, и желания что-то менять, красить те же стены, пол менять. Вон, Марина месяц назад говорила, давайте вам, что она, линолеум предложила? Что-то предложила пол поменять, у нее там остался какой-то материал. Линолеум у неё остался. Линолеум, да, все-таки. Да, говорит, да, давайте, да, это, давайте покрасим стены. Не, если я буду конкретно знать, что, ну, вот я уже там проработала, допустим, 3 месяца и больше. Нет, какие 3? Нет, уже когда практика, ты заключаешь, да, там какой-то договор, да, рабочий, да, там, да, на год, да, да, ты уже понимаешь, что тебе, ну, может, тогда захочется, конечно, понимаете? А сейчас вот как-то, ну, нет такого. Потому что вдруг. И это не потому, что, ой, вам типа нравится, нет, жить с такими стенами. Нет. Но просто это вам не передать, честно. Я не знаю, оно вам и не надо, я думаю. Вот. Ну, короче. Сейчас было
дома я позасеку, прекрасно по 10 найдем. А дома ты знаешь, это твое, и ты хочешь... Свой дизайн, конечно, что-то я всегда... Дома я всегда меняла. Делать? Если у меня мебель, допустим, когда у меня генеральная уборка, если у меня мебель стоит здесь, я могла сама там... Настя, не надо перед... в такой футболке мне тут этот светиться. Я могла передвинуть тот диван, шкаф. Сходит как бы с хатьку, меняла честно. Меняла что-то, какой-то дизайн делала в своей комнате, постоянно что-то. Здесь мне правда не хочется, так же Аня. Ты бы футболку лучше поменяла. Ничего, она сейчас на стирку пойдет. Вместе с тобой? Вместе с тобой. О-хо-хо. Ну реально, ну ходишь как без хатько. Я дома, на улице ты бачишь, что я одеваю. И что, надо дома ходить как этот, непонятно кто? Что, ну как непонятно кто. А как я хожу? Что, я голая хожу или что? Да ужасно эта футболка, ну, ее выкинуть уже. Ну как купи мне халатик или я не знаю, ночнушечку какую-то такую хочу. Пусть тебя муж покупает. У меня пока что мужа нет. Но все купили. Вот этот что в комментариях? Угу. Привет вам огромный. Он не пишет, если что. Он смотрит только и лайки ставит. Потому что знает, что если напишет, то не стоит там писать, накинуться сразу. Да. Угорает он с того, что некоторые позорники. Ой, понятно. Ладно, ребят. Будем больше кисты. Спасибо за просмотр. Я с вами поговорила немножко. Что? Ничего. Настя агрессивная. Все. Ставьте лайк, подписывайтесь, кто не подписан. И до новых встреч. Пока.